Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, зайдем в магазин, откроем с тобой бесплатно колоду. Что нам тут выпадет? Да ничегошеньки, к сожалению. Ну, я не расстроен. Так, здесь забираем с тобой ревард. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Так, переходим, короче, к нашему змейковьюну. Будем прокачивать дальше ему скиллы. А точнее, там всего лишь один скилл осталось прокачать до 5-й ступени. Так, нам нужно с тобой найти 10 кружек. Поехали. Раз кружечка. И все, что ли? Два. 8 еще нужно. Еще нужно 8. Ну, как всегда, с этим облом, да? Кружки мне перестали давать. Третью нашли, наконец-то. Так, еще нужно... Ага, четвертое. Еще 6 нужно. Пятое. Ну давай, 5 кружек находим и все. Прокачиваем скилл до 5-й ступени. И все у нас с тобой будет замечательно. Так, сколько еще получается? 3, да, надо? Теперь 2. И последнюю кружку находим. Так, подожди, комиксы из канализации, они нам не нужны. Так, давай, 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 кружку. Ну что ты, серьезно тебе говорю? Давай кружку мне. Нет, он мне дает мутаген. Вот, все, друзья мои. Ну что, до 5-й ступени мы прокачиваем скилл. Это пассивка. Сложная биология. И, ой-ой-ой, тут надо дофига. Так, 10 силовых ячеек крэнгов. Плюс надо будет найти нам 7 очков 3D и 6 Ч-планшетов. Ну, это мы уже будем в следующий раз с тобой искать. А сейчас забираем свой ревард. Так, поднять уровень персонажа и пройти одну серию испытаний. Ну, уровень персонажа мы с тобой сейчас быстренько поднимем. И я думаю, что это будет у нас... Опа! Не понял. Это с чего вдруг Микеланджело ролевой у нас получает золотую 5-ю звезду? Ничего себе, друзья мои. Так, шквал из шариков. Майки пинает шарики с водой прямо во врагов. Разрушитель. С вероятностью 30% появится состояние контратаки в течение одного хода. Слушайте, вот это класс, ребята. Это массовая атака. И это то, что нужно. Так, и поднимем тогда ему уровень. Слушай, вот это радость для меня. Если честно, я даже не знал, что у меня майки сегодня ролевой прокачается. Так, давай тогда заберем с тобой ревард и пройдем серию испытаний. Так. А что у нас в магазине? Есть что-нибудь хорошее? Нету. Так, по жетонам у нас, ребята, всего хватает. Так что мы продолжаем с тобой приобретать ДНК на Рафаэля ролевого. Точнее, какой ролевой? Это классический у нас с тобой. Конечно же, классика. И нужно еще 8 ДНК. И все, ребята, он получит у нас повышение. Так, а по жетонам что у нас с тобой происходит? 640, а нам нужно... А нам нужно 610, поэтому приобретаем с тобой... Так, мы же майки, да, с тобой прокачиваем? Да, Микеланджело видение, давай берем. Все. Тут надо еще 5 ДНК, и, как говорится, он будет тоже у нас прокачан. Значит, нам с тобой нужно пройти серию испытаний. Остается. Кстати, тут у нас с тобой телепорты разыгрываются. Это я сделаю за кадром. 5 часов есть еще в запасе у меня. Так, значит... Серию испытаний. Я уже забыл, где это находится. Вот здесь, конечно же. Смятение из другого измерения. Так, мы с тобой вот здесь вот остановились. Пойдем-ка завалим быстренько с тобой Шреддера. И, ну не знаю, ребята, можно, конечно, сегодня попробовать пройти. А можно оставить на следующую серию. Ну, я имею в виду смятение из другого измерения. Так, поехали. Майки сейчас быстренько эту консервную... Ага, не стал добивать. Ну-ка. Ну, Саги, ё-моё, ну вторую-то... Атаку мог бы провести. Так, давай проникающим тогда. Есть. Баксер Стокман упал. Ну и консервные баночки у нас тоже с тобой падают. Переходим на Шреддера. Да-да, довольный такой сейчас выйдет. Обрати внимание на его руку. Вот я не перестаю удивляться. Смотри, видишь? Откуда вот он взял эту саблю? Причем у него одна в руке сейчас, да? А когда он бьет, почему-то у него их две.
Не, я, конечно, понимаю, что их можно соединить, превратить в глефу и тому подобное. Но где у него сейчас она находится? Объясни мне. Так, ну, этого мы уже не узнаем, потому что мы его с тобой распетрушили. Уничтожили. Ну и что же у нас остается? Сегодня пройдем арену и пойдем на испытание. Опять же, испытания вряд ли мы с тобой полностью пройдем, потому что будет сложно. Имбу мне не дали. Ну, докуда доберемся, до туда доберемся. Да? Так, турнир. Я нахожусь в данный момент в Лиге Мастеров 2 звезды. Ранг у меня 78. 49, как ты видишь, откатов. Поэтому надо, ребята, бустануть. Знаете почему? Потому что у меня начинаются рабочие смены. И поиграть я нормально не смогу в ближайшее время. Так что будем с тобой отыгрывать, наверное, 40 уровни. Нам нужно будет всех слабеньких отыграть, чтобы подняться как можно выше. Попробуем сейчас. Так, ну что, у нас с тобой действует Усаги первым. Делает свой козырный удар. В принципе, неплохо. Они все, ребята, отдуплятся сейчас. Но то, что мы майки с тобой, конечно, ролевого прапали до 5-й золотой звезды, это классно, ребят. Это очень круто. Надо будет его прокачивать. Мне этот персонаж нравится. У него есть массовые атаки, у него есть снятие дебафов всех. Что у него там еще есть? Что-то еще у него есть, но не помню что. Так, ладно, давай откатывать их всех. Хотя тут нет, надо. 74-75 уровень, я просто так с ними не справлюсь. Поэтому, ребята, атакуем, атакуем, еще раз атакуем. Не жалеем. Да, кто-то говорит, что Рэй, ну на арене типа неинтересно смотреть, что ты вот двумя ходишь. Ребята, я уже объяснял вам 1000 раз. В данный момент просто не для выпендрежа. А мне, когда тут с тобой какие-то тактики проводить, нам нужно повышаться, понимаешь, в рейтинге. Как только мы с тобой займем первое место, ну, в принципе, уже и на арене делать нечего. Но все из-за осколков. Ты же хочешь увидеть, сам же говоришь, я хочу увидеть персонажа там какого-нибудь новенького, прокачанного. А чтобы его прокачать, что нужно? Конечно же, осколки. И не только платиновые, но и золотые. А для того, чтобы их получать, нам нужно, кстати, у нас 77 монет еще, я даже не увидел этого, что мы с тобой можем еще кого-то прокачать. Да ведь? Ну-ка, подожди, зайду-ка я в магазин. 77 монет. Кого можно тут... Кого можно тут прокачать еще? Слушай, а можно их не тратить, в принципе, да? А через 5,5 часов мы можем с тобой еще взять 3 ДНК. Да, наверное, так и сделаем. Никого не будем сейчас приобретать с тобой. Поехали на турнирку. Нам нужно ее сегодня с тобой добить хорошенечко. Как я тебе говорил, возможно даже перейти в топ. Но я, честно говоря, не совсем уверен, что у нас именно сегодня это получится. Ну, завтра это уже точно точняк будет. Мы обязательно с тобой перейдем. И, возможно, мы с тобой пройдем смятение из другого измерения. Но, опять же, завтра. Сегодня сделаем чисто аретку и испытание. Так, давай, Усаги влупляй. Жалко, здесь нет вот как вот, например, в Страйкфорсе, да? Ты нажимаешь просто кнопку и пропускаешь бой. То есть он как бы у тебя... Подожди, подожди, это... А что сейчас было? Твою же налево. Это сейчас майки, да? Кого-то там ушатал мне? Ты прикинь? Мы с тобой профукали сейчас Рафа. А ушатал его вот этот майки. На 75 уровне он... Как же я забыл, что майки, он же с большой инициативой. Ё-моё, вот это да. Ребят, вот что значит... Заговорился, не посмотрел. Блин. Вот так вот. Считай, одна катка у нас просто в трубу улетела. Угу. Обалдеть. Прикинь, из-под тишка просто вырвался и звезданул Рафаэлю, ну естественно там 75 уровень, а у Рафаэля всего лишь 39. И он его с двойной атаки, по-моему, ушатал. Обалдеть. Ну вот. А ты говоришь поэкспериментировать. Какие тут эксперименты? Тут даже на ровном месте могут бомбануть. Вот если бы сейчас на Донателло не висел бы постепенно урон бы. Видишь, он погиб именно от него. Он бы сейчас начал атаковать моих персонажей. А тут, поверь мне, есть кого разбирать. Смотри, 35 уровень.
разложил бы по полочкам и не поморщился бы. 43-я позиция. Как-то мы с тобой так медленно продвигаемся, если честно. Я думал, сейчас мы с тобой так бустанем. Быстренько, да? Но, видишь, не получается. Не получается. И кто-то говорит: Рэй, ты слишком быстро побежаешь на арене. Ну, слишком быстро побежаю, потому что у меня в данный момент только имба. То есть я применяю Усаги и Леонардо. Если бы я, например, играл хотя бы равными по силе, да, вот этих вот бойцов, то они бы меня отпинали. А знаешь почему? Потому что я больше чем уверен, у них скиллы прокачаны. Так, я все время забываю. Блин, ты посмотри, даже этот Майки мелкий, я классический, успел. Это хорошо, что он напал именно на Острозуба. Он как бы такой, ну, сам по себе жирный. Он выдержал его удары. А будь кто-то другой на его месте, он бы распетрушил. С этими Микеланджелами лучше вообще не сталкиваться. Так, ну что у нас тут? Суконя. Суконя. Ну давай возьмем с тобой Суконю и будем ее суконить. Так, кого мы с тобой тут возьмем сейчас? Раз, два, три. Я отыграю вот этих вот. Возможно, даже 30 уровень получится отыграть. А дальше уже пойдем по нарастающей. Но если, еще раз повторю, если здесь немножечко ошибиться, кого-то не добить, то это будет крах. А ну-ка, Лео. Так, ну Донни. Да, Донни и Донни второй погиб от постепенного урона. Это, как говорится, нам на руку сыграло. Я вам предлагал тогда, ребята, давайте я не буду снимать арену. Вы сказали, снимай. Так что же вы потом жалуетесь-то? Не знаю, ребята, определитесь уже в конце концов. Так, Флора. Ну вот, не, давай возьмем Владимира. Смотри, какая у него там щука или сом, я так и не понял. Может быть, даже осетр держит. Нет, с осетром вряд ли бы он стал сниматься. Скорее всего, там щука у него. Слушай, мы можем с тобой отыграть Бибоба и Рокстеди 30 уровня даже. Кстати, ребята, пробовал поиграть в Маднес, да? Черепашки-ниндзя. Безумие мутантов. Вы в курсе, да, что у нас там начался второй сезон? Там добавилась у нас летающая утка, новый герой. И я до сих пор не могу подбить темпу, хотя своих бойцов уже прокачал прилично. У меня Ирма, кстати, получила третью звезду. Но, к сожалению, пройти я не могу, ее не хватает мощей. Сегодня, конечно, вряд ли я, наверное, буду снимать серию по этой игре. Я сниму за кадром, опять же, буду набивать себе мутаген для того, чтобы прокачать. Вот, так что... Ну, в ближайшее время обязательно выйдет серия. В ближайшее время обязательно. Наверное, после рабочих смен на выходных. Выходные у меня будут, ребята, через две ночные смены. То есть я отрабатываю сегодня одну в ночь. Первая смена завтра, еще одна в ночь. И выходной. Выходных будет у нас две штуки. Ну так три, но отцепной я не считаю, потому что я буду отдыхать. И, кстати, в ближайшее время на втором канале смотрите прохождение Spider-Man Miles. Да-да, она вышла. Я ее сразу приобрел, конечно, но руки до нее дошли только буквально сегодня. Сегодня сделал первую серию, опять же, коротенькая, всего лишь там 25-30 минут. Как говорится, вступление. Но я тебе скажу, игра того стоит. Мне она понравилась, динамичная, быстрая. Также мне никак руки не дойдут до Ассасина Вальгалы. Она у меня тоже уже куплена давно, но, ребята, все никак не могу. Это тебе не такие игры, где 5 минут поиграл и все. Там нужно сидеть конкретно, задрить. Но все равно мы до нее доберемся. У нас пока еще с тобой есть время, да, до выхода, как говорится, киберпанка. Так что все это поиграем. Правда, там еще хотел приобрести Sucks Boys. Наверное, многие знают, да? Довольно прикольная игра. Мне она еще зашла со времен PSP. Я играл именно на этой консольке маленькой. В первую самую часть. Ох, как она зашла. Про этого тряпичного человечка. Игра, это как у нас там назвать ее? Аркада, наверное, можно, да? И вот она вышла, продолжение, ребята, на плойке. Какая там у нас? Sucks Boys, какое-то там приключение. Большое приключение, по-моему, называется. Но 5 рубасов как бы отдавать, не знаю, ребята. И так большие траты слишком в последнее время у меня были. Ну, если назреем, то возьмем. Возьмем, купим и пройдем. Так, ну что у нас тут?
Карлиса давай, наверное, возьмем. 79 уровень, уже практически с тобой на пределе играем. На пределе. Слушай, мне кажется, мы успеем с тобой отыграть абсолютно всех персонажей. Что-то мне так подсказывает. Если мы хотим до топчика добраться, наверное, так оно и выйдет. Ну-ка. Давай, Усаги, отжигай. Так, у нас тут майки-то нету? Да как же нету, вот он. Хорошо, что он получил постепенный урон, а? Эх, Рокстеди, Рокстеди. Ты все равно дуплишься, ничего не сделаешь. Даже если мы тебя не подобьем. Угу. Прикольненько. Ну что же, двигаемся там дальше, посмотрим, на какое местечко мы с тобой передвинемся. С 92-го мы прыгаем с тобой на 80-е. Ага, вот оно как. Ну что же, давай возьмем с тобой Настюшку, мне нравится. Какой у нее аватарчик. Если это она, то очень милая. Такая милая, в то же время серьезная. Такая, знаешь, загадочная. По фотографии можно много что узнать о человеке, если честно. Так, ладно, поехали. Давай, Усаги, отжигай. В принципе, арену, ребята, вы можете сразу проматывать, потому что это будет у нас с тобой вот в таком вот режиме проходить, ну, практически до конца. Никаких изменений не будет, и только лишь вот когда у нас будут уже заканчиваться слабые персонажи, и мы будем выходить на равный бой, но опять же, куда ты денешься от Усаги? Хотя кто-то мне сказал, ты можешь рейд брать, например, не только Усаги, да, и Лео, а можешь взять и других. Ну, я тебе скажу следующее, смотри, кого я других возьму? Если ты хочешь, имеешь в виду взять Бакстера, да, например, Рокзара, нашего этого зэка, ну вот как-то вот так вот. Понимаешь, тут в чем суть? В инициативе. Понимаешь, у них, по-моему, слабая инициатива. Сейчас мы с тобой проверим, мы практически на равных сейчас играем. Давай, вот, например, бросаем бомбочку, смотрим, как замедляха срабатывает. Не на всех, видишь? Не на всех. Дальше я беру Рокзара в провокацию, но не забывай, что здесь 78-79 уровень, поэтому... Видишь? Они могут бомбануть. Так. Ни на кого, абсолютно ни на кого не повесился постепенный урон. Давай-ка, Змейка Вьюн. Ага. Ты видишь, что происходит? Ты посмотри. Вот, вот как вот. Как ты это назовешь, а? Я не могу муху забомбить, прикинь. Трэш. Вот, и ты видишь, сколько мы с тобой времени потратили на вот этот бой? Очень много. Поэтому, ну как бы, мне нужна и скорость, и эффективность. Поэтому я играю, в основном беру Усаги и именно Леонардо. Чтобы мы с тобой и быстро уничтожали, и меньше тратили, как говорится, откатов, ну и быстрее продвигались. Вот и все. А то, что я могу там взять других персонажей, это, ребята, я давным-давно знал. Ну и только лишь благодаря Усаги и Леонардо я могу отыграть своих слабых персонажей. Если бы я, например, взял бы в компанию, которая вот только что была, да, где Бакстер, Стокман, Зэк, их бы расписали бы там. Может быть, если мы с тобой, например, прокачаем там Змейка Вьюна, Карайку или еще кого-нибудь до 100 уровня, возможно, с ними уже можно будет отправлять тоже слабеньких персонажей. Возможно. Опять же, не факт. Я вот, например, не знаю, вот как вот будет себя вести на 100 уровне Джастин и, например, Пиццелиций. Но зато с точностью могу тебе сказать, что Муха и Кирби на 100 уровне, ну, не будут особо отличаться чем-то там выдающимся, да? Чтобы их можно было бы брать с собой в команду. Они же просто саппорт, они помощники. Они не бойцы, причем далеко не бойцы. И если, например, не вешать на них там какие-нибудь бафы, типа уклонения, да, то их так быстро будут распетрушивать. Вообще моментально. Мы же прекрасно с тобой видели, как уничтожают Кирби и Муху. Даже я тебе скажу больше, морозильная кошка и то будет сильнее. Повыносливей, поживучей. Ну кто у нас там еще из хилов идет? Из таких, из мощных. Да, по-моему, никто. Эйприл обычная, ну... Но Эйприл будет посильнее, мне кажется, даже. Даже посильнее, чем морозильная кошка. Хотя не факт. Я не могу ничего судить, потому что они у меня не прокачанные полностью, понимаешь? Я говорил тебе, если хочешь, как говорится, сделать какие-то определенные выводы. Подожди-ка, здесь у нас... А, ну здесь этот майки такой.
Если хочешь делать какие-то определенные выводы, то ты должен прокачать их до 100 уровня и тестить. Только в этом случае ты можешь понять, на что он способен. А если он у тебя там 40, 30 или 50 уровня, ну что ты, да никак ты не сделаешь ничего. Никаких выводов, причем еще не забывай, не только от самого уровня зависит, а еще от, зависит многое от прокачки скиллов. То есть он может быть, например, 50 уровнем, да, а скиллы у него могут прокачаны по фулке. Ну и что, я думаю, что он будет на 50 уровне отжигать так же, как, например, на 80 уровне чувак с непрокачанными скиллами. То есть ты понимаешь, да, как бы тут надо идти в ногу. То есть если прокачаешь уровень, то будь добр, прокачивай и скиллы. А у меня, почему большинство моих персонажей, которые имеют довольно высокий уровень, проигрывают менее слабым. Все из-за того, что у них не прокачаны скиллы. Да, уровень большой, а по силе атаки, как говорится, вообще ни о чем. То есть те же самые массовые атаки, которые у нас там есть у Леонардо или еще у кого-нибудь, да. Ну, я имею в виду не этого Леонардо, а другие. Они наносят очень мало урона. Очень мало. Тот же самый Майки, когда ты делаешь массовую атаку, тот же самый классический. Все. Если скилл не прокачан хотя бы до 5-6 ступени, ребят, ничего хорошего не будет. И никакого результата. А вот у этих персонажей раскачано все практически. Единственное, остается до 7 ступени. Я боюсь представить, что если будет на 7 ступени вжаривать как, наверное, будет имбово просто. Так, я думаю, нам еще с тобой один бой, ну максимум два, и мы уже с тобой в топчике. Все, можно будет расслабиться, успокоиться. И потом, ну не сегодня, наверное, мы пойдем. А может быть сегодня, нет, вряд ли сегодня. На смятение из другого измерения. Просто еще хотелось бы, ребят, сегодня снять мне Форест, зомби Форест, да. И хотел снять 200 дней. Я накопил, наконец-то, ребята. Ну, по крайней мере, вот в последние разы, когда я играл, не было этого бага с выключением игры. То есть игра 5-6 часов стоит на фарме, да. И все, никуда не девается мой прогресс, она не сбрасывается. И благодаря этому, конечно, мы сегодня запилим серию. Там почти под, сколько там, под миллиард у меня уже накопилось энергии. Так что будем сегодня проходить, покупать, наверное, новых персонажей. Так, ну что, второй ранг. Давай все-таки сделаем с тобой заключительный марш-бросок, чтобы уже быть в топчике. Отыграем с тобой всех вот этих наших персонажей. Можно было, кстати, у Саги вместе с Леонардо не откатывать. Нам бы с тобой хватило бы и тех персонажей, которые оставались. Ладно, что сделано, то сделано. На всякий случай сделаем уклонешку с тобой, да? Плюс делаем массовые атаки от Усаги. И Леонардо будет, в принципе, всех добивать. Потому что постепенно урон висит на всех. Все. Все, друзья мои, поздравляю нас с первым топовым местом. И отправляемся уже с тобой на испытание. Испытание у нас... Я уже даже и забыл, какое у нас сегодня испытание. Сейчас посмотрим. Так, боевочка. Подожди-ка, мы выйдем. Испытание. Ох, елки-палки. А что у нас сегодня за день недели? Пятница, что ли? Все, все откатилось, ребята. Я еще городскую войну тени на солнце не прошел, а у нас уже черепашья буря. Господи. Слушай, ну тогда давай, наверное, начнем именно с нее. Поехали. Трындец, опять дали какую-то фуфляшку, а? Ну ладно, попробуем пройти хотя бы первый эпизод. 4 волны, да? Поехали. Так, естественно, Рафаэльчик сразу же начинает контратаковать. А ну-ка, дебаф сделай. Угу. Кого нам нужно уничтожить? Ну, во-первых, Леонардо. Почему? Именно он хиляет. Поэтому и сделаем волну тогда. Отлично. Переходим с тобой на второй эпизод. Это у нас черепашки фильм. А здесь, наверное, нам нужно... Давай Майки попробуем заблокировать. Не вышло. А если так? Отлично. Хила у них больше нету. Теперь Рафаэля нужно наказывать. Неплохо. Сделаем с тобой массовую защиту. Давай ракетами, наверное, добьем его. Отлично. Так. Лео, на тебе.
Так, и Донателло. Ну, мы сопротивляемся, это хорошо. Минус Лео. Давай-ка, наверное, сделаем с тобой баф на всякий случай. Тут у нас контратака. Жалко, конечно, что на Рокзара не повесилась. Ну да ничего страшного. Зато на Крис Брэдфорд повесилась контратака. Так, это у нас ролевые, да? Так, Донателло, конечно же, будем с тобой ушатывать. Окей. Так, заморозить бы мне здесь не помешало Лео. Так, наверное, добьем. Можно было, конечно, замедляшку бросить. Ага, баф получает. Это месть. Пробьет Крис? Пробил, шикарно. Ну и остается у нас с тобой Майки. Так, последняя волна. Классические черепашки. И здесь начнем мы, наверное, с Рафаэля. Так, ну-ка, замедляшка сработает? Ага, на одного только. Минус. Так, Майки, давай-ка попробуем его, наверное, шатать. Не успели. Хотя, почему не успели? Все отлично, ребята. Ну и остается Леонардо вместе с Донателло. Шикарно. Ну что же, как ты видишь, мы с тобой первый эпизод прошли. И я бы даже сказал, довольно легко. Они тут даже не сопротивлялись. Так, Микеланджело, $60, 3 серебряных осколка. Так, а кто у нас тут идет по фарму? Ну, в принципе, ребят, по фарму идут. Ну, вот нижние нам не нужны. Фильм, в принципе, нам тоже не нужен. Ну, я не знаю. Черепашки видения. Шанс, наверное, получить маленький. А вот здесь уже прикольно. Здесь, смотри, здесь классика разыгрывается. Здесь разыгрываются у нас оригиналы. Да практически все разыгрываются, да? А уровни здесь, ну, я думаю, можно попытаться. Можно попытаться поиграть здесь. Может быть, даже и пройдем, но не факт. Так, ну что, начинаем с бомбочки. О, неплохо замедляшка сработала. Так, Рафаэль, тебя начнем первым. Минус. Так, дальше, наверное, Майки возьмем в оборотик. Ага. Тихо. Блин, вот плохо, когда нету хила. Вот, ребята, хиллера нету. А Крис Брэдфорд уже получил хороший урон. Так, ну что, тут с Донни, как всегда. Ать. Давай-ка я, наверное, все-таки защиту доп повешу. И провокацию, что ли? Нет, не будем пока брать провокацию с тобой. Ну-ка. Отлично. Так, вызываем с тобой маузеров. А тут еще оригиналы будут давить. Да, ребят, тут еще будут оригиналы у нас. Вот они. Они стоят у нас на третьей волне. Если я сделаю баф. Слушай, ну неплохо. Тут, по идее, нам нужно кого? Либо Рафаэля, либо Леонардо. Я попробую слева начать. Да почему же мы его не заморозили-то, а? Да ладно. Ты серьезно, что ли? Возьму провокацию все-таки. Все-таки я возьму провокацию, друзья мои. Так, этот вешает иммунитет. Сейчас я чувствую, Рафаэля что-то сделает. Наверное, будет массовую атаку бомбить, скорее всего. Контратаку повесил он, ты видел? Это плохо, что у него контратака. Ну-ка. Давай, наверное, мы начнем с Донни. Ушатаем его. По идее, ушатаем. Так, теперь Рафаэль. Так. Терпимо это было. Да блин. Трындец, еще и понизил атаку. Оу, бомбочка полетела. Трындец, ребята. Ну-ка. Так, мы его с тобой попробуем сейчас забомбить. Блин, у Рокзара, ребята, запрещение лечиться. Начинаем, короче, с массовых атак. Бомбочка, раз, замедляха на всех упала. Делаем с тобой доп защиту. Это два. Так, уничтожать здесь нужно Донни, наверное, в первую очередь. Потому что он провокатор. Причем довольно неплохой. Так, волна смертельная вызывается у нас. Отлично, так. Наверное, Рафаэля надо в первую очередь. Так, ну и остается Майки. Есть.
Ну, друзья мои, мы прошли с вами даже второй эпизод. Но тут ты сам видел, уже начали мы получать довольно хороший урон. Выжили, слава богу. Так, $15, 75 жетонов. Вот этот эпизод я вряд ли потяну. Потому что тут на равных, во-первых, да, ребята, мы с вами идем на равных. Но персонажи будут слишком сильные. Конечно, хочется пофармить. Вот, поверь мне, очень хочется здесь покрутить рулеточку, так сказать, испытать свое счастье. Но у нас с тобой еще есть клан Фуд. Ну-ка, посмотрим. О, так здесь можно было бы повеселиться, друзья мои. Блин, у меня хватит энергии-то на то-то испытание, на основное. Ладно, если что, у нас с тобой еще будут пару дней. Так что я думаю, мы отыграем здесь все. Так. Сейчас мы этих кланфутовцев с тобой разбомбим. Отлично. Так. Стоят, да, хламоны? Ну давай возьмем, наверное, провокацию на всякий случай, чтобы уже, как говорится, получали они ответочку. Что-то не то, ребят. Я думал, будет... Вот ты видишь у Донателло? Вот вроде бы массовая атака, 80 уровень, да? А ты посмотри, как он мало отнимает здоровье. Если взять того же самого Леонардо. Ты посмотри, как Леонардо. Ну, он, правда, 100 уровня. Но он даже когда был 80-м, все равно больше отнимал, чем сейчас Донни. Так, что у нас тут? Ну, давай поехали так, наверное, начнем с тигра. Уклонешку. Давай применим уклонение. На всякий случай, ребят, потому что, ну, всякое может быть, знаешь. Кто-то может вот этот, например, массовую атаку свою бомбануть. А мы знаем, что это огнемет у него. Так, вот это тоже противный. Так, саблезуб, естественно, тоже, ребята. Видишь, как он хвостом бомбит. Ну, муху. Муху я не считаю бойцом, поэтому... О, Рокс где-то начинает тут, а? На тебе в ответку. Добьем? Нет. А так? Ну так, конечно, добьем. Уничтожаем с тобой саблезуба. В плане. Лео, ну как так-то? А, муха там плюется своими плевками токсичными. Даже майки не ушатал ее, а? Ну вот, друзья мои, здесь очень даже хорошо мы с тобой получаем эмблему, да? Картинку футовской этой ноги. Вот, я думаю, что, наверное, нам надо пройти с тобой и второй эпизод. Ну, а почему бы и нет? Кстати, а что вообще здесь можно фармить? Ага. Поехали. Пока эти охламоды 80 уровня, мы будем их с тобой разбирать. Опять же, три волны. Все отлично. Погнали. Так, Майки у нас две атаки имеет. Хильнулись. Это зря, ребята, хильнулись. Шварк и упали все. Так, на второй волне у нас... Ой-ой-ой. Естественно, сразу провокацию берем на Рафаэля. И доп. Защиту я поставлю. Вот так вот. Ну, уклоняшку можно, наверное, не ставить пока. Рафаэль стоит. Он будет, наверное, нормально себя чувствовать. А мы с тобой пока вот этого бомбанем. Кстати, Рокзар... И Острозуб, да? Это один и тот же персонаж. Просто после двух разных этих мутагенных модификаций, скажем так. Это первая, да, модификация. Потом он стал вот таким вот. Здесь он был жирным, а здесь он стал костлявым. Ух, ё-моё, ты посмотри, что творит. Хиляемся, конечно же. Так, отхил. Массовая атака. Да, слабая такая, блин, ну трындец. На Рокзара не пробили мы. Минус Бибоп. Зря ты так, саблезуб. Ой, зря, промахнулись. Так, Рокзара ушатаем, ушатали. Так, тихо. Во всех играх, во всех мультиках носорог именно, ребята, самая его массовая и, как говорится, козырная атака — это именно разбег и удар своим рогом. Даже в Спайдермене там первый босс будет именно носорог. Но там, конечно, крутой носорог. Жесткий. Я причем, ребята, взял расширенную версию.
То есть там еще даже первый будет Спайдермен. Как я понял, там написали улучшенная версия. Не знаю, наверное, будем проходить и то с вами. Потому что я до этого в Спайдермен вообще не играл. Я имею в виду на плойке. Так, ну что ты тут, караечка, выпендриваешься? Да ладно. Ух ты, как жарят. Да хорош ты. Блин, Майки мой в отключке там, как всегда, балдеет. А он усиляет, точнее, защищает. Мы с тобой тогда сделаем уклоняшку. Да и пора, наверное. Блин, у меня ни одной массовой атаки нет, прикинь. О-о-о-о. Вот что значит уклоняшку поставить вовремя. Давай, наверное, мы с тобой тигра вольнем. Это раз, потом Стокмана. Это два. Карайка, успокойся. У меня есть у кого-нибудь... Ага, он хиляется. Мне бы, если честно, тоже не помешал бы хил. Да чтоб тебе, а? Ну-ка, давай вертуху сделаем. Есть. Ну, Донни, сможешь? Смог. Красавчик. Криса Брэдфорда положил на лопатки. Ну что же, давай посмотрим, сможем ли мы с тобой пройти третий эпизод. Снаряжение клан Фуд. Так, какой тут уровень? Ну, уже 90-й. 90-й, ребята. Здесь в зоне риска у нас попадает с тобой Донателло и Майки. Так что давай действовать предельно аккуратно. И врагов, как ты видишь, уже намного больше становится. Начнем с уклонения, чтобы сразу же не получать много урона. Ой-ой-ой. А, ну правильно, это же Донни. Это же Донни, он уже у нас слабенький. Так, прикольно. Ну, у нас с тобой есть отхилы, если что. Два отхила, да? На левую и на... На левую и на Майке. Так, переходим на вторую волну. Что же сделать? Ну, давай начнем, наверное, так вот. Рафаэль возьмет у меня все-таки провокацию. Вот так вот. Майки, ты сможешь добить? Н-н-н. Давай тогда так сделаем. Есть. А этот все равно встанет в стойку, естественно, ребята. Не один, так второй. Мы с тобой вот так вот будем с тобой ответки, как говорится, влуплять, да? После атаки. Да ё-моё, он еще и усиляет, а? Ты посмотри. Тут плохо было. Так, подожди. Давай-ка мы, наверное, усилим тогда нашу команду. Раз он дополнительную защиту поставил. Плюс хильнемся. Ну и будем уже потихоньку разбирать. Что это за дела, ребята, я не понял. Опа. Так, Рокзара нам нужно в первую очередь вынести с тобой. Блин, нам еще и меткость понизили. Трындец какой-то происходит. Посмотри. Оух. Твою же налево, ребята, вынесли они мне все-таки Майки. Все-таки вынесли Микеланджело. Точнее, не Микеланджело. Какой Микеланджело? О чем я вообще думаю, ребят? Конечно же, Донателло. Донни это был. Слушай, они достали, а? Сейчас мне кажется, Микеланджело вырубят. Или он от постепенного урона погибнет. Тут два варианта. Ну-ка. Да. И Майки погиб у нас. В плане, это была только вторая волна. Я что-то думал, что это была третья. Жестко. Блин, а этот сейчас будет хиляться, наверное. Слушай, что-то мне кажется, мы не пройдем здесь. Я бы, может быть, и рад, но он сейчас будет хиляться. Да. Отхилялся, прикинь, практически все здоровье им вернул. На самом деле, очень люто. Смотри. Сейчас этот еще тут. Вот и все. В принципе, ребят, песенка наша спета здесь. Не получилось у меня. Да. Жестко, конечно, тут 90-е уровни, даже не сотые враги были, 90-го. И вот так вот меня расчехлили.
Так, у нас с тобой 23 сыра. Я думаю, что мы немножко все-таки здесь поиграем, а уже в следующей серии, наверное, все-таки допройдем. Поехали. Главное, ребят, не забыть. А ведь я могу забыть. Хотя у нас тут уровень не такой уж большой, далеко нам тоже здесь не уйти. Так, поехали. Ой, что я делаю-то? Тут 10 уровень. Конечно же, первоначальные вот эти все катки, ребята, будут у нас на автобое проходить. Тут особых проблем, как говорится, нету. Можешь сразу промотать где-то минуточек 5. Там уже будет, наверное, посерьезнее битва. О, Лео и Карай. Кстати, вот это вот сейчас в данный момент, как они стояли, мне напомнило самое начало игры. Помнишь, когда Леонардо побежал спасать своих братьев? Он встречает первого кого? Конечно же, Карайку. Потом они, по-моему, призывают на помощь нейтрализатора. Так ведь все дело происходит, да? И потом они уже втроем идут на двух этих боссов-големов. По-моему, даже не двух, он там один будет, да, вначале? Да, по-моему, он там будет один. Вот они с ним там разбираются. И начинается уже, как говорится, наша история. После этого там идет загрузка, видимо, переход на обновленную версию. Ну и дальше все, как говорится, по порядочку там идет. Потом там Зэк выпадает мне, по крайней мере, выпадал. Это, по-моему, у меня будет был третий или четвертый персонаж, который у меня появился, да, Зэк тоже ранний. Перс, который мне выпал, по-моему, даже из пака, если не ошибаюсь я. А потом уже и не помню, кто там идет. Там уже и Бакстер с Токманом мы с тобой получали, и морозильную кошку, там все переплелось, и майки, и остальные все черепашки. Но поначалу, конечно, все очень быстро у нас появлялось, потому что мы с тобой там проходили основную сюжетку, да? Там давали довольно неплохие бонусы, паки давали, где мы с тобой вытаскивали, как говорится, ДНК на разных персонажей. А вот после того, как мы основную сюжетку прошли, да, нам пришлось подзатянуть пояса. Я до сих пор, ребята, я с этими затянутыми поясами хожу, потому что персонажи, ты видишь, где только могу добывать. Именно вот на таких испытаниях, и то проходя их полностью, и потом уже начинаясь фармом. Ну и еще, конечно же, то, что награду дают за арену. Если тот персонаж, который разыгрывается, да, у тебя его нету, и ты получаешь, например, там Лигу мастеров 3 звезды, то можешь рассчитывать на неплохой куш. Но, опять же, такие персонажи, как Крэнк, Шреддер, нуждаются, ребята, практически в постоянном фарме. А этот фарм появляется очень редко, один раз там в месяц. А может быть, еще реже. Да, конечно, реже, потому что если бы он хотя бы раз в месяц появлялся, мы бы уже с тобой 100% накопили бы на фулл звезды. Даже, может быть, уже Крэнк и Супер Шреддер был бы у меня в платиновом ранге. А там, может быть, один раз в 3 месяца или в 2 месяца. Как-то вот так вот. Ну что, тут у нас с тобой 45 уровень. Я пока, ребят, даже не волнуюсь. Просто смотрю, наблюдаю и балдею. Тут все на изи. Так, и следующий уровень тоже будет на изи. А вот дальше, дальше будет, ребят, сложнее, потому что у нас здесь, по-моему, 80 уровень. Максимальный, да? 70 имеет у нас тигр. То есть, ну, уже будет опасность. Ну, а пока, пока наслаждаемся, как мои персонажи тут и всех расчехляют. Видишь, уже 50 уровень. Ага, крыса выпендривается. Шархан решил вот так сделать. Вот зачем они вот на этих персонажах сейчас в данный момент, да, тратят свои суперудары? Мощные, я не понимаю. Вот они делают, когда надо, они не делают. Когда не надо, они это все применяют. А знаешь, что я сейчас вот сижу и вспомнил? Мы с тобой давно не играли, кстати, волшебные напитки, вторая часть. Я недавно в игру заходил, там был ивент по поводу Хэллоуина. Но я поиграть не смог, потому что не было времени. И вот я что-то захотел, друзья мои, пойти и подрынкать сегодня. Возможно, возможно, поиграю. Так, ну что у нас с тобой? Последняя, 4-я волна. Тут, я думаю, никаких тоже проблем не будет. Все, мы с тобой врубаем моментально и быстро. Так, Леонардо остается. Интересно, подобьет Маузер? Да, Маузер его подбил. Так, и мы сейчас с тобой переходим на 60 уровень врагов. Уже Шархан будет в некой такой опасности. Эйприл Кунаичи нам выпала.
Так, ну что же, Алапекс и Шинигами. Оу, сыр кончился, ребята, к сожалению. Твою же налево, а? Как не вовремя. Ну, как я тебе и говорил, мы с тобой уже в следующей серии все это допройдем. Все это получим. Так, а мне надо будет что? Во-первых, набить за кадром телепорты. Это раз. И посмотреть награды. Энергию, да? Наши 10 откатов нужно получить. Ну и 3 пака колоды. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.